И снова здравствуйте! Я приглашаю вас приготовить со мной сегодня персиковый пиццу-пирог. Готовлю в пиццемейкере в стеклянной форме, диаметр ее 24 сантиметра. Для приготовления я возьму йогурт, муку, яйца, соль, сахар, разрыхлитель для теста и персики консервированные. Их можно купить в любом магазине. Персики нарежу кусочками и сделаю тесто. Для этого я в яйца добавлю сахар, немножечко соли, перемешаю. Чтобы яйца разбить, сильно взбивать я их не буду. И добавляю йогурт. Можно заменить на любой кисломолочный продукт. Это может быть нежирная сметана, кефир, мацони. Любой кисломолочный продукт по желанию. Добавлю разрыхлитель пол чайной ложечки и муку. Муки по объему я беру равной кисломолочному продукту. Стакан, если у меня кефира или же, вот как в данном случае, йогурта, также беру стакан муки. Если же получается гуще тесто, чем вот сейчас я вам показала, можно добавить сироп из-под персиков. Немного разбавить. Тоже получится очень хорошо. Готовлю в пиццемейкере, он у меня разогревается. Форму я смазываю маслом. Хорошо смазываю бортики. Форма высотой 3,5 сантиметра, диаметром 24. Выкладываю тесто. Разровняю его. И остается только разложить персики. Пирог этот готовится быстро, легко, получается вкусно. Эту пиццу-пирог можно приготовить без формы сразу в пиццемейкере. Займет это минут 20, а в форме выпечка происходит дольше. Я выпекала 35 минут. Через 20 минут он вот в таком виде у меня. Через 35 готов. Мой пирог готов. Снизу поджаристая хрустящая корочка. Он пропекся и очень вкусный. Приготовьте, попробуйте. Надеюсь, вам понравится. А я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.